Здравствуйте. Сегодня хочу произвести предразборный осмотр автомобиля, протестировать его и показать его основной удар и дефекты. Автомобиль будет разбираться на запчасти и высылаться из США. Сегодня мы имеем 2009 год, Toyota Camry с объемом двигателя 3.5 V6. Основной удар пришелся в переднюю пассажирскую часть. Повредило лонжерон, фару, сам суппорт. Все это повреждено, но до мотора удар не достал. Мотор выглядит отлично, стоит на подушках. Как мы видим, ABS даже целый с виду. Не достало до него ударом. Жидкости, радиаторы пустые. В моторе масло присутствует. Сейчас я быстренько заведу. Сначала покажу работу двигателя, а дальше уже все остальное. Так, что у нас тут? 141 тысяча. Мотор завелся. Выйдем на улицу. Работа двигателя. Как мы слышим и видим, с двигателем все в порядке. Долго держать не буду. Итак, на автомобиль у нас 141 тысяча. Все, мотор работает отлично. Заглушу. По безопасности у нас выстроил аэрбэг у водителя в руле и в ногах, как мы видим. В остальном у нас в крыше все отлично. Люка у этой модели нету. Давайте пройдемся по кузову. По дверям автомобиль в хорошем состоянии. Двери целые у нас. Автомобиль был приобретен на аукционе IAA, инсурансном аукционе у страховой компании. По задней части фонари целые с виду. Крышка багажника, бампер. По задней части нареканий нету, все отлично. В хорошем состоянии, с минимальными сколами и царапины. Резина у автомобиля старая, диски железные. По дверям с пассажирской стороны тоже все отлично. Минимальные вот такие царапины и сколы, они присутствуют, естественно. Они есть. Крыло уже не годится, естественно. Капот тоже. С капотом до него достал удар. Он полностью не годится. В общем, такой был видеообзор на 2009 год Toyota Camry. На этом все. Всем пока.